Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ахмед Закаєв, голова уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном. Ахмед, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Здравствуйте, Алексей. Ну вот сначала хочу с вами начать с такой, простите, таблоидной темы. Да, это жаба против гадюки. Мы увидели представителей Кадырова, которые обращались к Пригожину. Там они должны по-пацански встретиться, разобраться. Понимаете ли вы, а что это означает? В том смысле, что это действительно означает, кроме того, что они публикуют разные видео в ТикТоке и в Телеграме? Это означает, Алексей, уже без преувеличения, что то, что в мире еще пока называют государством, Российская Федерация, что нету никакого государственного образования. Есть корпорации, как мы и говорили несколько лет назад, и вот сегодня эти корпорации начинают выяснять отношения между собой. И если до сих пор считалось, что Путин... Его ценность в том, что он контролирует все эти корпорации и корпоративные интересы регулирует, то сегодня мы стали свидетелями того, что он даже их не контролирует. И сегодня так называемые российские чиновники публично пытаются выяснить свое отношение и показывать свою значимость и свое влияние именно на президента Путина, так называемого еще президента. Поэтому я думаю, что все идет очень, как высказался Путин, все идет по плану. То есть по плану тех, кто смотрит на это так называемое террористическое государственное образование, что оно должно закончиться, что эпоха Российской империи заканчивается. Я это только подтверждение этому. Вот скажите, а на ваш взгляд, а что Путин проигрывает, да, от вот таких публичных разборок? В конце концов, он же может появиться, да, и сказать, как это, ребята, давайте жить дружно, и я вам там всем гарантирую безопасность. Дело в том, что, да, он может это сказать, это безусловно, но в любом случае он не может разрешить вот те противоречия, которые имеются у них. Дело в том, что до... месяца три назад или до начала российской агрессии против Украины, последние 15 лет, без преувеличения, в России бесчинствовали так называемые кадыровцы, которым было все дозволено. Они решали, кому жить, кому умереть, кто имеет право и какой бизнес у кого должен быть. И они, в принципе, влияли на все процессы, и действовали они исключительно от имени президента. То есть для любого губернатора появление Кадырова или его приспешников означало, что Путин желает того или не желает этого. И то есть, исходя из того, что требовали от него так называемые кадыровцы, он принимал решение и делал то, что нужно Путину. И был уверен, что это... исходит от Путина. Но последние несколько месяцев о себе и как об отдельной силе заявили так называемые вагнеровцы. И сегодня для достижения успехов во всей сфере, чтобы заменить кадыровцев тех корпорациях, сегодня вагнеровцы взяли на себя эту функцию и решили публично оскорбить, унизить кадыровцев и вытеснить их из вот этой сферы. То есть они до сих пор занимали первую позицию по влиянию, по своей влиятельности в криминальном деле и в криминальных делах. А сегодня вот из этой днище решили их выбить вагнеровцы, которые имеют уже более такую жесткую репутацию, жестокую репутацию с этой кувалдой и со всеми их высказываниями. И, конечно же, с его публичными выступлениями в адрес Министерства обороны, Генерального штаба и других чиновников, которых до сегодняшнего дня опекал Путин. И вот сегодня уже общественность и те олигархи, и те чиновники должны разобраться. Они в ближайшее время поймут, кто из них будет главенствовать в их банде и в их бандитских разборках. Кадыровцы или вагнеровцы? Вот решается этот вопрос сегодня.
Вот тут интересно, да, то, что вы сказали, да, что последние 15 лет бесчинствовали непосредственно кадыровцы и действовали от имени Путина, то есть это фактически такие были его черносотенцы, да, но одно дело кошмарить бизнесменов или даже каких-то губернаторов, а совсем другое дело воевать. И можем ли мы утверждать, что вот этот имидж непобедимых, дерзких и, в принципе, бесконтрольных кадыровцев полностью разрушила широкомасштабная война, где, на которой мы увидели, что, ну, нет, они не являются эффективными вояками, и нет, единственное, что они могут, это быть заградотрядами, ну, или снимать тиктоки уже в захваченных, разрушенных украинских населенных пунктах. Ну, совершенно верно, Алексей. На самом деле, вот этот миф непобедимости или вот это разрушило ВСУ Украины. То есть вооруженные силы Украины развеяли этот миф буквально первые дни, как только они появились и пересекли границу Украины. И с этого момента, в принципе, для всех стало понятно, что Путин именно и рассчитывал на то, что, пользуясь вот имиджем и брендом чеченцев, это было наше поколение, когда мы, в принципе, вынудили и заставили Россию покинуть нашу страну. Вот этот имидж, вот этим имиджем бойцов, тех, которые отстояли свою свободу и независимость в Первую войну, вот этим имиджем и пользовались вот эти манкурты, бесхребетные существа, которые продались Путину за какие-то 33 серебряника. И поэтому они никогда не являлись ни вояками, ни силой определенно, да? Но они являлись такой пугалом, путинской пугалой и страшилкой для всех, кто знал Первую войну, знал наших героев и Джохара Дудаева, Аслана Масхадова и других героев, Хамзат Билаев, Басаев Шамиль, их сотни, тысячи тех, кого мы еще можем, мы и не называем поименно. Но эти люди, они действительно в свое время показали всему миру силу духа, стойкости, мужества и как нужно драться за свою свободу и независимость. А рабы, рабов, они не могут проявлять себя иначе, как проявляли себя кадыровцы, вот эти манкурты. И поэтому вот этот миф развеяли украинские военные, и сегодня уже они могут только спорить между собой, между вагнеровцами и вот так называемыми кадыровцами, кто ближе к путинскому телу. А тело-то сегодня уже, в принципе, а король-то голый, уже это не тот человек, на которого могут рассчитывать и который может кого-то защитить. Он сегодня сам и себя не может защитить, и тот страх у него перед всеми и вся, это и демонстрирует его слабость. Поэтому сегодня мы будем наблюдать очень интересные вещи. И это будет происходить, я думаю, не только вагнеровцы, но появятся и другие частные армии, которые будут бороться драться и бороться за сферу влияния, потому что государства как такового уже нет. И системы, структурно выстроенные в защите и обеспечивающие безопасность ни общества, ни бизнеса, никого, ни государства, этого нет. Появляются частные армии, которые будут выяснять отношения между собой и будут драться за влияние. Очевидно, да, и мы сейчас вот наблюдаем, возможно, только первый такой конфликт, то, что мы здесь называем «жаба против гадюки». Ну вот, помним, мы с вами обсуждали эту тему, неприятную, конечно, и для борцов за независимость Ичкерии, и для украинцев, вот этого предателя Хусейна Джамбетова, его даже позывной у него был «Бандера». Я помню, вы говорили в нашем эфире, что, ну, скорее всего, Кадыров захочет вернуть его на войну в Украине, и уже мы увидели видео, в котором он, значит, возле какой-то карты тычет куда-то пальцем и рассказывает о том, что, кажется, Делимханову, не совсем понятно, но не имеет значения, рассказывает о том, как он будет захватывать Кривой Рог. Какая роль Джамбетова сейчас? Как вы ее оцениваете? Да никакой роли у него нет. Предатель, он и есть предатель. И даже предатели-кадыровцы к нему относятся совершенно в степени мерзости и ненависти. Потому что на самом деле это такое уничижительное обращение к нему, и то, что они его сейчас выставили, и он стоит перед картой, размахивает руками и показывает, они демонстрируют просто никчемность этого человека. На самом деле он не представлял никакой угрозы ни для ВСУ, и ни для наших подразделений. Они его использовали чисто в пропагандистских целях, и больше никакой роли у него нет. Они его сюда направили, или его здесь грохнут
наше подразделение или ВСУ, или же сами кадыровцы его грохнут там же. И поэтому никакого будущего у этого человека нет. Его ожидает участь предателя, потому что мы знаем отношение к предателям во все времена. Никто их никогда серьезно не воспринимал, и отношение к ним было именно таким: предавший раз, предаст второй раз. Вот это и есть отношение и к нему, и то, что с ним может произойти. Вы знаете, я видел новость, и, опять же, это такая очень серьезная, да, новость о том, что даже отец Жамбетова, ну, фактически дал согласие на его убийство как предателя. Можно себе представить, каково это отцу, вот, подобные вещи, да, говорить или давать согласие на подобные действия по поводу своего сына. Знаете ли вы, как он принял это решение? Ну, я думаю, что в любом случае на него очень серьезно тоже влияют и повлияют. Может случиться так, что в ближайшее время мы увидим отца Джамбетова, который будет ничуть ли благословлять своего сына и утверждать, что это именно то, что нужно было сделать, и что это правильно. Потому что у них есть очень много рычагов давления на людей. Это с чем связано? Есть родственники. Вот у Джамбетова, предателя Джамбетова, у его отца дома есть братья, которые живут дома. И, естественно, через его братьев они будут оказывать давление уже на отца Джамбетова. Это вот такая круговая порука по давлению, по издевательству, по разрушению на самом деле чеченских многовековых традиций, когда родственники противопоставляются друг другу. Или они должны однозначно говорить, что вот есть Кадыров и Путин, и что они их пехотинцы, или они демонстративно, публично должны разорвать свои родственные отношения. И в данном случае я думаю, что выбор отца Джамбетова, именно он согласится на то, что от него потребуют его братья, которые находятся дома. То есть кадыровцы потребуют от него, чтобы он изменил свое отношение и к сыну, и поменял свои высказывания относительно Джамбетова. Я ожидаю именно этот вариант. Да, и мы понимаем, как, ну, собственно, действует эта репрессивная машина. Помним также, что Джамбетов располагал определенной информацией о том, кто воюет на стороне Украины, имеется в виду, да, среди настоящих чеченцев, среди тех, кто отстаивает независимость Ичкерии. Как ситуация развивается с их родственниками, что известно? Ну, вы знаете по поводу моих племянников, они уже несколько недель... Одного выпустили, потом еще кого-то из родственников забрали, насколько я знаю, из средств массовой информации. Это обычное явление. Я знаю, что у многих племянников, многих тех, кто сегодня здесь находится, их тоже призывают куда-то в какие-то отряды, и уже несколько месяцев у людей нет даже понятия, где они находятся. Их вполне возможно, что отправят в Украину. Вот именно поэтому во многом так, что наши бойцы, которые находятся здесь, не показывают свои лица. Это именно из-за боязни за родственников, которые находятся на территории. Но в любом случае, я хочу заверить и тех, кто сегодня скрывает свои лица, и тех, кто сегодня мучает их родственников. Ситуация изменится. Мы вернемся, иншаллах, домой. И мы спросим с каждого за каждый проступок и за те преступления, которые они совершили против чеченцев и чеченского народа. И им нужно будет нести ответственность, и они понесут эту ответственность в соответствии с принципами и нормами и международного права, и чеченских традиций, и всех шариатских норм, которым придерживаются чеченцы. Поэтому безнаказанным не останется никто. И поэтому сейчас нужно выдержать и выстоять вот эту ситуацию. И осталось не совсем долго. Я верю, что ситуация изменится и в России, и, конечно, она изменится и в Чечне. Но все это произойдет после победы Украины над Россией. И поэтому все наши усилия на сегодняшний день направлены на то, чтобы во всех отношениях поддержать и помочь Украине победить в этой войне и сделать все, что от нас зависящее, чтобы достичь и приблизить День Победы. Просто для того, чтобы напомнить нашей аудитории, что произошло, да, сообщение было 19 мая о том, что двух ваших племянников похитили кадыровцы, это речь идет о сыновьях вашего старшего брата. Была ли у вас возможность пообщаться с семьей, ну вот, да, с теми, кто находится в Чечне сейчас?
Нет, у меня на самом деле уже более года, более двух лет, наверное, нету вообще никаких контактов с родственниками. Это последний раз, когда было совершено очередное преступление после моего очередного заявления, осуждающего эти преступления. Они, в принципе, сделали так, что мои родственники публично от меня отреклись, отказались. И с этого времени у нас не было никаких связей. Но им этого все равно недостаточно. Они все равно начинают делать и творить тот беспредел, который они творят. И они пытаются таким образом воздействовать на меня. Но в данном случае я хочу сказать и своим родственникам, я хочу попросить у них прощения за то, что они переживают из-за меня, что они страдают из-за меня. Но это не из-за меня. Наша борьба и наша война, и наше противостояние с русистами, она имеет древние корни. Это лет 200, 300, 400. И поэтому, как бы не было мне больно из-за них и за все, что происходит с моим народом, я не могу поступиться теми принципами, не могу предать память тех, кто погибли в этой войне, отдавали свои жизни, и не могу предать память и идею, которая должна освободить наш народ от постоянного системного геноцида и уничтожения нашего народа. И поэтому я в любом случае на сегодняшний день являюсь носителем этой идеи. И те люди, и мои соратники, которые стоят за мной и со мной вместе, мы добьемся того, что мы изменим ситуацию. Мы спросим с тех, кто чинил бесчинство и совершал преступление против нашего народа. Ну вот если уже, да, говорить о вот этом более чем 200-летнем противостоянии с российскими оккупантами. Помним о том, что 27 мая в Киеве прошла международная конференция. Она была приурочена к 105-летию провозглашения Горской Республики Северного Кавказа. Что там вы услышали? Увидели ли вы, скажем так, больше уверенности в том, что международное сообщество поддержит вашу борьбу? Мы помним, да, две российско-чеченские войны, когда фактически Республика Ичкерия оказалась в полной международной изоляции. Российской пропаганде удалось полностью убедить и постсоветские страны, и, конечно же, цивилизованный мир в том, что это какие-то террористы, сепаратисты и так далее. Видите ли вы изменения в этом отношении, по отношению к тому, чем вы занимаетесь, к вашей борьбе? Безусловно, Алексей, есть изменения. И это во многом произошло именно благодаря украинскому народу и руководству украинского государства. В частности, Верховной Раде Украины, которая признала нашу территорию оккупированной 18 октября 2022 года. И с этого времени настроение и в чеченском обществе, и в колониально зависимых республиках самой России изменились. И вот то, что мы провели в Киеве, вернее, то, что в Киеве прошла конференция, приуроченная к 105-й годовщине создания Конфедерации народов Северного Кавказа под названием Горская Республика, это было очень значимое событие. И я уверен в том, что резолюция, которая была принята на этой конференции, она обнадеживает и народы Северного Кавказа, и не только этого региона, и не Кавказского, не только Кавказского региона, но и остальные народы, которые находятся в колониальной зависимости. То есть эксперты, которые выступали на этой конференции, как никогда однозначно заявляли о том, что Кавказ должен быть свободным. Украина должна стать свободной. Если нет Украины и освобождается Кавказ, это значит нет Российской империи на самом деле. И сегодня осознание того, что в свое время западный мир или международное сообщество, или как мы привыкли говорить, коллективный Запад, совершили ошибку, позволив России в 90-е годы после трансформации в СНГ снова набраться силы и стать империей, которая позарилась на чужие территории и на чужие государства. Именно, я думаю, осознание того, что если бы Россия сумела бы победить в войне в Украине, что это представляло угрозу и всей Европы, и не только Европы, и всему международному сообществу. Поэтому сегодня понимание того, что того государственного образования, которое начало войну против Украины, этого государственного образования не должно быть, есть вот это понимание, есть и это самое главное. И вот эта конференция, которая прошла здесь, и участие
и западных экспертов, и политиков европейских на этом форуме подтверждает то, что все-таки мир уже потихоньку готовится к тем изменениям, которые должны произойти в России. То есть трансформации России в какое-то другое государственное образование после завершения войны в Украине. Вы знаете, вот мы общаемся в этом в наших эфирах с представителями разных поневоленных народов и стран, которые были оккупированы Россией. Тут у нас были и Татарстан, и Башкортостан, и Бурятия. И мы даже говорили, вот, да, на Кубани есть такое движение «Малиновый клин», которое говорит о том, что, ну, вообще-то мы независимое государство. И от всех мы слышим, что сначала должна быть победа Украины, а потом наши действия. А почему так? Ну, на самом деле, я понимаю, для украинцев очень важно, чтобы сегодня начались какие-то события в этих регионах. Ну, понимаете, на ментальном уровне народы эти не готовы сегодня начать какие-то активные действия, направленные на то, чтобы разрушить эту империю или эту страну. Вот те процессы, которые сегодня начинают идти в России, вот даже вот Пригожин и так называемые кадыровцы, это только начало. И понимание того, что более безболезненно эти народы могут избавиться от российских империалистов, оно и на ментальном уровне очень крепко сидит в головах и мозгах у этих людей, потому что есть этому прецеденты, исторические прецеденты. Если сегодня начнутся какие-то активные действия, то жертв очень много будет в этих регионах. И еще неизвестно, чем и как это все закончится. А вот когда произойдет окончательное поражение России здесь или капитуляция, безусловно, в самой России начнутся те эксцессы, которые будут способствовать тому, чтобы вот эти регионы определяли свое будущее с тем, чтобы не коснулся этот хаос и вот та ситуация, которая будет складываться в самой России. И это уже, эти процессы уже будут поддержаны и международным сообществом, и всем миром. Но если сегодня эти республики начнут говорить и заявлять о праве на самоопределение, у них есть очень горький опыт. Это Чеченская республика и чеченский народ, которых оставили один на один, не только оставили один на один, а всячески помогали России задавить и подавить наши стремления к свободе. То есть на ментальном уровне это очень крепко сидит в головах этих регионов. И поэтому до окончания или до поражения России здесь и до начала каких-то смут в самой России я не вижу никаких предпосылок, но готовиться к этому мы должны сегодня. И вот эти работы, работа этой конференции и другой конференции, которая работает сегодня в Европе, это народы пост-России, вот как раз о чем вы говорите. И вот эта конфедерация народов Северного Кавказа, конференция, которая прошла здесь, и в резолюции обозначен пункт с тем, чтобы созвать третий съезд для того, чтобы обеспечить или восстановить те государственные структуры, которые были разрушены 105 лет назад. И поэтому вот все эти процессы идут параллельно. А война, активная фаза войны, она проходит все это здесь, в Украине. И поэтому все военные составляющие должны оказывать помощь украинцам победить в войне, а все другие сегменты, политические, социальные и вся правозащитная сфера, основываясь на правовых аспектах прошлом этих регионов, которые в 90-е годы провозгласили суверенитет и заявили о своей государственности. Нужно возвращаться к этой правовой основе, чтобы безболезненно восстановить их суверенитет национальный. А дальше уже эти национальные образования, имея полный национальный суверенитет, будут определять в дальнейшем свое будущее. Будут ли они создавать конфедерацию, ассоциацию или какую-то другую форму государственности, которая будет устраивать их всех. В любом случае, мы надеемся на том, что их будущее будет независимым от России. Ахмед, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашій аудиторії, з нами на зв'язку був Ахмед Закаєв. Він є головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном. У нас далі будуть новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.